Всем привет, друзья! С вами канал Глинджик Лайф, Михаил и Виктория. Сегодня мы путешествуем с вами на Церковное озеро. Мы находимся недалеко от поселка Светлый. Здесь есть маршрут, по которому можно дойти до этого озера. На самом деле маршрута два. Вы можете подняться либо до СНТ-Медик и спуститься вниз к озеру, либо пройти по реке. Сегодня мы выберем, наверное, самый экстремальный маршрут. Мы пойдем по реке, потому что сегодня классная погода, на улице тепло. Ну и, в принципе, заодно искупаемся. Давайте попутешествуем вместе. Неоднократно говорим, что для нас самый лучший отдых – это не сидеть где-нибудь в кафешке, а именно путешествовать по горам, по долам, по зеленым лесам, на каком-нибудь красивом пляже отдохнуть. Ну, сейчас вот мы двигаемся к озеру. Место тоже очень значимое. Озеро называется так, типа Церковное озеро. На самом деле там располагалась церковная щель, и в этом месте просто силами совхоза было сделано водохранилище. Оно не является естественным, это озеро, и является таким дополнительным источником пресной воды для Дивноморского и Геленджика. Ну, могу сказать, что когда дождик, здесь ножки по такой глине разъезжаются. Нужно сегодня одевать удобную обувь. Очень жарко. И я даже хочу раздеться. Я шлепки забыл одеть. Надо было, конечно, в них было бы удобнее, но в кроссовках тоже нормально. И я так думаю, что по реке, когда мы будем идти, я даже прямо в этих кроссовках буду. Потому что очень много камней, и босиком, ну, это как бы не очень, короче, приятно, удобно и так далее. Ну да, мы обычно одеваем обувь, которая не боится воды. Ну, то есть, допустим, можно одеть либо какие-то удобные сланцы, типа кроксы, либо одеть, допустим, тряпочные кроссовки, которые потом на тебе быстро высохнут. Здесь по обочине дороги можно найти много ежевичных кустов. И в сезон, когда поспевает ежевика, полакомиться вкусными ягодами. Старайтесь прям в кусты не лезть, потому что там могут находиться змеи. Змеи здесь встречаются. Они любят такие места, где большие заросли. Поэтому, ну, не всегда. Я вот, честно сказать, ежевику предпочитаю на рынке больше покупать. Ну, да. Она там какая-то садовая, прям крупная-крупная. А здесь что-то такое, знаете, не особо прям. Здесь находятся заброшенные яблоневые сады. В принципе, когда яблоня не до конца погибла, можно пособирать яблоки в какой-нибудь урожайный год. Но в целом, обычно, когда сады забрасываются, плющ убивает и персики, и яблоки очень быстро. Есть много мест в пределах Большого Геленджика, куда можно съездить. После того, как уборка урожая яблок завершена, можно съездить набрать яблочек. В принципе, там сады уже снимают охрану, то есть убирают заборы, чаще всего из рабиц, и потом можно спокойно собрать яблок. Мы уже почти подошли к реке. Здесь река Адерба. Внизу она соединится с рекой Мезыбь и выйдут к Дивноморскому уже единой рекой Мезыбь. Сюда приезжают на машинах, отдыхают, жарят шашлыки. Единственный минус, конечно, люди почему-то с собой не часто забирают мусор и оставляют его по реке. Вот можно здесь реку перейти поверху, если забраться. Ну, а можно пройти по реке вниз. Однажды, когда река очень сильно поднялась из-за сильных дождей, мы пришли сюда, хотели дойти до Церковного озера по реке. Нереально было ее перейти, поэтому мы воспользовались этим мостиком. Но это как бы не мостик на самом деле. То есть нужно быть аккуратным. Короче, мы сейчас мочим ноги и переходим эту реку. Здесь глубина, кстати, я вам скажу, где-то по грудь. Да, вообще прям очень глубоко. Вот здесь прям. Интересно, какая вообще? Интересная особенность рек, то, что они каждый раз меняют свое русло. То есть, я имею в виду, внутри русла происходят определенные изменения. Если вы здесь были, например, весной, не факт, что летом или осенью будут такие же дорожки, по которым вы проходили. Вот на самом деле здесь в первый раз я вижу такую глубину на реке. Обычно здесь никогда вода не стоит. А сейчас, получается, образовалась небольшая плотина, вот дальше виднеется. И глубина здесь спокойно можно искупаться. Обратите внимание, то, что здесь еще берег обвалился. То есть на машине, да. Вот я бы здесь сейчас уже не рискнул бы, наверное, поехать. Если обвалится дальше, то тут уже не знаю чем, как эвакуатором, не получится вытащить, наверное. Ну, в общем, сейчас пока пойдем, пока
верхом, чтобы сильно ноги не мочить. Вот здесь хорошая тропинка верхом. Ну и, собственно, теперь можно спокойненько вот там перейти, замочив ноги, как мы и хотели, в принципе, что. Вон там вот, тихонечко, раз. Ну, давайте, ладно, что. А, руку дать. Руку надо дать, конечно, надо дать руку. Мы всем руку даем. Какая вода, интересно? А ничего, нормальная водичка, тепленькая, кстати. Какая плотина получилась, интересно. Кстати, вода теплая. Да. Вообще кайфушка. Телефон-то я так и принесу, твой. Давай я разберу. Спасибо. Давай не над рекой. Блин, вода холодная, не надо. Ну такая. Живописно, да? Русло реки. Кстати, вот эта гора, на ней находится дольмен. Если вы пройдете, подниметесь вверх, прогуляетесь, можно посмотреть на дольмены горы Нексис. Михаил, как всегда, работает. Если вы хотите отлично заселиться в Геленджике, в какой-нибудь хороший гостевой дом или квартиру, запоминайте номер Михаила 8-928-424-8724. Он вам поможет найти жилье в Геленджике для вашего супер отдыха на курорте. Я не знаю, приятно будет основать человеку то, что Михаил нашел жилье, находясь где-то там на реке, в путешествии. Наоборот, безотрывное производство. Я на работе, в горах, вообще удобно. То есть, а реально? А? Может, там рыба есть? Ну, не знаю. В горных реках обычно рыбы нет, они же пересыхают очень здорово. Ну что, пойдем дальше? Раз у нас сегодня экстремальная прогулка по реке, значит, нужно вам обязательно поставить лайк нашему каналу и не забывать, что мы снимаем для вас. Ноги показывают. Ох, как тепло. Классно. Не толкай живота. Не толкает. Собак сегодня специально не брали, чтобы потом их не мочить, в такси мокрыми не сажать. А решили так вдвоем попутешествовать. Красота вокруг. Видим, что там прям глубоко, так что переходим здесь, где помелче. Еще раз напоминаю, в путешествии лучше всего, конечно, одевать удобную обувь. А если вы идете по реке, то не стоит забывать, что довольно скользкие камешки, если вы пойдете босиком. Так что аккуратно. Можно подняться, как я уже и сказала, по дорожке до Сент-Медика, спуститься к озеру вниз. Но мы с вами сегодня идем по реке. По дороге, по времени, дорога по реке занимает приблизительно минут, наверное, 40. А если вы идете вверх по горе, к Сент-Медик, ну, где-то час. То есть получается такая вот разница между маршрутами. Ну, а тут сами для себя выбираете, что вам больше нравится. Либо горы сверху, либо речка внизу под вашими ногами. Красота нереальная, птицы поют. Яркая такая еще зелень у нас. Просто сзади меня естественный шикарный пляж отеля 5 звезд на природе, да? Обожаю это место. На самом деле мы здесь не были, вот именно по реке мы не ходили, наверное, больше года. Последний раз мы здесь были с друзьями. А потом мы ходили уже осенью, когда было холодно, через верх. А по реке идти, если честно, мне больше нравится, потому что это довольно живописно. Нам туда.
Меня всегда поражала скудность рек горных в плане каких-то жителей, да, то есть здесь нет раков, здесь нет какой-то такой вот рыбы, на которую можно там прийти с удочкой поохотиться, да, а здесь практически ничего нет. Конечно, все это обусловлено тем, что река в летний период времени практически полностью пересыхает, особенно если нет долго дождей и засушливое время года. Но зато здесь можно вот так вот по реке пройтись, прогуляться. А вот чтобы вы понимали, каким будет маршрут сегодняшний, мы вообще даже не догадываемся. Река настолько русло поменяла, столько новых мест появилось, очень глубоких. И я сейчас сомневаюсь, может быть, даже по колено-то пройти не получится, придется вплавь. Поэтому увидим дальше. Надеюсь, что нет. Увидим, посмотрим. Интересно. Интересно, конечно. Вот такие моменты, когда ты не знаешь, что может быть, это, наоборот, усиливает эмоции от путешествия. Больше ярких впечатлений, ну, мне, по крайней мере, так больше нравится. Когда вот не по шаблону какому-то идешь, а именно вот импровизируешь, меняешь маршрут, и ты не знаешь, что будет дальше. Блин, Миш, посмотри, как глубоко. Ну, вариант. Это я даже... Здесь прям по пояс. Одно видно хорошо. Ну, холодная, да? Ну, холодная, да. Находимся на Одербе, в общем, хотим перейти к Церковному озеру, но здесь есть некоторая преграда. Вот такая вот глубокая, вот там вот реально скроет. Я вам покажу примерно глубину сейчас. Ты можешь там встать? Ну как-то вот так мы перейдем на тот берег и будем двигаться дальше к Церковному озеру. Если что, самое дорогое камера у тебя. Нет, там тут... тоже. Очень скользко. Не торопись, главное. Но в кадр не попали самые ценные кадры, где я перебирался с этим портфелем и, короче, поскользнулся, меня течением унесло он туда, и я, грубо говоря, его макнул немножко в воду. Но ничего страшного. Он упал здесь и тоже его макнул. Ну, два раза я его макнул, но ничего страшного, там нормально все. Там все сухо и ценность осталась на своем месте. Шли до отворотки по реке, хотя можно было пройти поверху. Да. Ну, ладно. Геленджик Лайф не ищет легких путей. Мы идем с вами в сторону мотоциклистов и поворачиваем вверх, к яблоневым садам. Как Аленушка. Как Аленушка? Сама ты как Аленушка. Выплынь на бережок, братец мой, Иванушка. А, Аленушка. Ну такая, знаете, прогулочка такая была интересная. Так, ты любой дурак может. Да, слишком лет. Вот здесь вот две тропинки. Одна тропинка идет по лесу. Это обычно конные прогулки. Ну а другая дорожка. Здесь обычно квадроциклы ездят. Ну, так как мы будем выбирать себе маршрут по суше, пока пойдем здесь, а там видно будет. Вот здесь тоже можно свернуть. Кстати, здесь идет перелив от Церковного озера и шумит водичка. Вот по каналу она спускается.
На церковном озере есть труба перелива. Мы про нее рассказывали, но лучше рядом с ней не плавать, потому что там нет защиты решетки. Может засосать. Если мы слышим вот этот кипящий поток, бурлящий поток, значит, сейчас в озере очень много воды, и она выше уровня перелива. Да. Можно будет посмотреть. После речки я скажу, что мы как будто на асфальт, на трассу вышли, М4. Да, немножечко подустали, потому что все равно идти по воде напряжно. Действительно, благо у нас удобная обувь, потому что, наверное, в сланцах, наверное, точно бы не прошли. Да. Как тебе путешествие? Я очень доволен. Доволен, что искупался. Ну что, от реки, если двигаться по дорожке, то вы выходите на такую развилку. Она как бы находится перед горой. На самом деле это как бы не гора, а как раз-таки стена церковного озера. И дальше вы поднимаетесь просто вверх по дорожке. Можно по экстремальному маршруту подняться. Здесь, где забираются квадроциклы. А можно пройти по пологому склону и спокойно подойти к началу церковного озера. А также здесь есть еще одна дорожка, которая, если вы по ней пойдете, она выведет вас к Дивноморскому. Ну что, двигаемся дальше. Ну, воды действительно очень много. Обычно в этих местах на берегу здесь мостик есть, можно разместиться. Ну, нам придется где-нибудь сверху с тобой прятаться. Потому что мы взяли с собой бутерброды, хотим попить чай около церковного озера и, конечно же, насладиться этими прекрасными видами и аккомпанементом лягушек, которые квакают сейчас. Смотри, на фоне появляется новый замок. Да. На горе. Сейчас мы его покажем. Обалдеть. Место, конечно, живописное, красивое. Озеро очень глубокое. Если вы не умеете плавать или плохо плаваете, то имейте в виду, нужно здесь быть аккуратным. Виды отсюда открываются шикарные. Что с одной стороны, что с другой. Посмотрите, какая просто нереальная вокруг красота. В такие моменты ты понимаешь, насколько здорово жить в местности, где есть такие небольшие уклоны, горы, потому что смотрится это живописно и потрясающе красиво. Сами понимаете, в летний сезон здесь обычно гоняют на квадроциклах, на лошадях. Ну и чтобы в кадр квадроциклы не брать, мы, разумеется, камеру выключаем, потому что пыль от них, шум. Сейчас мы попали в такое окошечко, когда между у них экскурсиями перерывчик. И действительно мы наслаждаемся просто тишиной и спокойствием природы вокруг. Иногда удивляешься на людей. Знаете, как бы озеро общее, ну, как бы в плане того, что оно общее, оно принадлежит собственнику, но, тем не менее, иногда люди просто беспардонно прямо загораживают проход туда своими мангальными зонами, шашлыками, там всяким барахлом, да, что даже просто не спуститься. Вот что за единоличники? Меня всегда удивляет такой вопрос. Ну что, мы посидели немножечко, сейчас Миша хочет искупаться, и обратно мы пойдем уже другим маршрутом. А каким, смотрите наш следующий ролик. Пойдемте посмотрим, как Михаил будет покорять церковное озеро. Я вам так скажу. Я шел сюда 7,5 километров по реке, по сложному маршруту, не ради того, чтобы посидеть наверху и просто чеку пить. Здесь, конечно, нам оккупировали территорию, заехала машина, делают шашлыки. И типа не пройти. Но я считаю, что это наглость. И наглость нужно отвечать. На наглость нужно отвечать наглостью. Вообще место интересное. И, ну вот получается, я уже много не купался.
И хочу еще искупаться в Циклонном озере. Камешки прям такие, знаете, я вам скажу, острые. Скажешь, потом теплее вода или холоднее? Оттуда можешь нырнуть. Не, лучше не нырять. Не, просто. Это плавный заход. Ну иди по плавному заходу. Только майку сними. А я планировал в майке покупаться. Ну вот. Наверное, скользко будет. Наверное, да. Кстати, вода такая, я вам скажу. Тепленькая? Холодненькая? Такая себе. Как в речке? И того. Благодарим всех за внимание. С вами был канал Гринжик Лайф. Меня зовут Михаил. А я Виктория. Надеемся, что ролик вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, а также на Яндекс.Дзен и Телеграм. Ссылочки в описании. Всем пока-пока. Путешествуйте.